Русское географическое общество представляет. Высочайшая вершина нашей страны и всей Европы. Высота 5642 метра. И это не просто гора, а спящий вулкан. Находится он на Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Мекка любителей активного образа жизни. Не только горнолыжников, но и альпинистов. Для любителей высотных походов покорить эту вершину – большая честь. Первое же восхождение на нее стало буквально подвигом и историческим событием. Кто его совершил и о какой горе идет речь?